Всем привет, друзья мои! Сегодня вам хочу показать мастер-класс вот по такой круглой оригинальной сумочке. Это для тех, кому уже надоели столбики с накидом и без, и хочется что-то связать оригинальное, то этот мастер-класс очень даже подойдет. Вязала я из шнура карамель. Цвет хаки, ушло меньше, чем два вот таких моточка. Шнур полиэфирный, около 5 миллиметров. И знаете, я бы, наверное, меньше шнур не советовала. То есть для этой сумки, чем плотнее шнур, тем лучше, тогда она лучше будет держать форму. Даже вот этот шнур немножко мягковатый, но более-менее еще плотный. Из трикотажки тоже будет замечательно. Я, правда, еще не вязала, но представляю, что будет очень хорошо смотреться. Можно из 5 миллиметров и 7 миллиметров трикотажку попробовать. Подкладочки у меня в сумочке нет, только вот замочек. Кто умеет шить, можно сразу подкладочку сделать замочком и потом вшивать уже на ваше усмотрение. Сейчас вам скажу, сколько она у меня получилась по размеру. Вот если от одного шва до другого 26 сантиметров. Вот. А что нам понадобится, я скажу в следующем ролике. Так, нам понадобится шнур карамель, около двух вот таких мотков, в одном моточке около 80 метров, но уйдет меньше, чем два мотка. Ножницы, замочек, какой найдете, я сейчас вот такой нашла, 23 сантиметра. Цепочка 1,20 м уже с карабинчиками. Кольца карабины 3 сантиметра. И вязать будем крючком номер 5. Так, начинаем наш мастер-класс. Одну половинку я уже связала. Вот посмотрите, сколько у меня осталось от одного мотка. Но я сейчас начну вязать из другого, так как не хочу потом соединять шнур. Половинка получилась очень плотная, я ее не отпаривала, ничего с ней не делала. И начинаем вязать вторую. Берем шнур, делаем кольцо, провязываю первую петлю и сейчас провязываю еще 6. Вместе с этой петлей будет 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вместе с первой петлей у нас получилось 7. Затягиваем наше кольцо. Потом мы его еще плотнее затянем и соединяю вот с этой первой петлей. Вытягиваю шнур и сразу соединяю вот с этой петелькой. Получилось вот такое кольцо. Сейчас набираю 3 воздушные петли. Раз, два, три. И сюда. Сейчас покажу. Вот сюда мы провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Делаем накид. Вытягиваю петлю. Провязываю 2 и еще 2. Опять делаю накид. Сюда же вставила крючок, вытянула петлю, провязала 2, еще 2. Вот уже 2
столбика с накидом, но вместе вот с этим, этот мы тоже считаем как за столбик, уже 3. И вяжу еще один накид. Вытянула петлю. Ага, я забыла сделать накид. Накид. Вытягиваем петлю. Провязали 2. Еще 2. Главное, вот здесь вы сильно не затягиваете столбики. Иначе тогда у вас будут вот здесь видны отверстия. 4 столбика. Теперь нам нужно их все вот так вот соединить. Вставляю крючок вот в эту петлю, она последняя нашего вот этого первого столбика, цепляю крючком, теперь цепляю вот эту петлю на крючок и вытягиваю. И у нас получается вот такой лепесточек. Затянула, делаю одну воздушную петлю и еще одну. Вот первый лепесточек у нас готов. Теперь вяжем в следующую вот сюда, вот под эту петельку. Делаем накид, вставляем крючок, помним, что мы сильно не затягиваем, провязываем 1 столбик. И еще нам сюда нужно провязать 3. Если вы вяжете с более толстой пряжи, то можно делать и 3 лепесточка, или наоборот, то есть не лепесточка, а столбика. Если вы вяжете из тонкого шнура, то можно делать 5 таких столбиков. Ну, мне вот оптимально 4 для толщины моего шнура. Так, вяжу еще сюда 2 столбика. Это уже 3-й. И провязываю 4-й. Помним, что здесь сильно не затягиваем. Так, получилось 4 столбика. Теперь мы крючок вводим вот сюда. Сюда цепляем нашу петельку. Так, затянули. И провязываем еще 2 петли. Вот уже получилось 2 лепесточка. И так мы вяжем, всего должно получиться у нас 7 лепесточков. Дальше продолжаем. Следующую петельку. Провязываем опять 4 столбика с одним накидом. Два, три и четвертый. Провязали. Вставляем точно так же, вводим вот сюда крючок. Вытягиваем петлю и провязываем 2 воздушные. Вот у нас получилось 3 лепесточка, и так продолжаем дальше. Вот сюда 4, 5, 6, и потом 7 уже покажу, как соединим. Вот я связала 6 лепесточков, сейчас вяжу 7. Раз, второй столбик, третий и четвертый.
Так, провязала. Теперь нужно соединить. Все, получился седьмой лепесточек. Здесь мы тоже, вот можно их так распрямить еще. Делаем 2 петли. И сейчас нам нужно его соединить вот с этим лепесточком. Переворачиваем и смотрим. Вот здесь такая перемычка. Вот. Цепляем крючок за нее. И желательно еще, вот там еще одна есть перемычка, чтобы более плотно потом лепесточек прилегал. Вытягиваем и соединяем. Давайте еще раз покажу. Вот одна перемычка. И вот сразу за другую. То есть вот сначала за одну цепляем и за другую. Она там может быть плотнее, просто я ее уже немножко вытянула. Соединили. И делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. И сюда мы будем вязать, вот сюда, еще 3 столбика. И это уже будет наш следующий лепесточек второго, то есть первый лепесток второго ряда. Раз. Два. Три. Но с первым столбиком, вот с этим, у нас получилось 4. Опять соединяем наш лепесточек вот за эту первую петельку. Вытягиваем петлю. И провязываем 2 воздушные. Вот получился наш второй лепесточек. Сейчас мы затянем наше отверстие. Если у вас шнур мягкий или пряжа, можно, конечно, вот так затянуть. И ничего видно не будет. Но я всегда еще протягиваю шнур вот так по кругу. Тогда уже он точно... Отверстие наше не разойдется. Вот я взяла крючок поменьше, взяла 3,5. Таким же способом хорошо затягивать отверстие в донышках, если вы корзины вяжете. И вот так по одному затягиваю. За каждую перемычку, но нужно только вот по этому первому кругу затягивать. Если будете где-то выше, оно не затянется. Иногда можно даже 2 раза пройтись по кругу, оно будет еще плотнее, потому что потом будет обидно, если отверстие разойдется. Ну вот, я думаю, уже достаточно. Можно его обрезать. Шнур обрезаем. Сейчас возьму ножнички. Сейчас еще затяну получше. Опачки. И подпалить. Все, и нашего отверстия не видно. Вязала. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лепесточков. И у нас еще осталось 3. Всего должно быть 14.
Так, провязываю сюда лепесточек, 4 столбика. Четыре. Соединяем. Две петли. Следующую вяжем вот сюда. Провязываем сюда 4 столбика. Два. Три, четыре. И останется нам провязать еще один лепесточек, 14. Так, соединяем. И останется вот сюда провязать еще один. Провязываем. И наш второй ряд будет готов. Два. Три. И четвертый столбик. Так, соединяем. Обязательно пересчитайте, сколько у вас лепесточков, чтобы вы нигде не пропустили. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все, второй ряд наш готов. Сейчас мы соединим этот ряд. Так, смотрим. Вот нам нужно вот за эту петлю. Мы сейчас сделаем бесшовное соединение. Вот, вот эта петелька. Так, вот она. Вытягиваем нашу петлю рабочую. Так, показываю с двух сторон. И затягиваем. Поправим аккуратно шнур, затянули. Все, вот так мы закрыли наш ряд. Вот такие получились у нас лепесточки. Сейчас мы будем вязать обыкновенными столбиками без накида. Вот наш рабочий шнур. И сразу сюда мы вводим крючок, вытягиваем. Провязали столбик. Сюда же еще один. Провязали второй. Сильно не затягиваем. Следующий вот сюда вяжем один. Провязали один
И вот так будем чередовать. Сюда 2. Второй. Сюда 1. Так, 1. Дальше сюда 2 между лепесточками. Раз, 2. Вот так должно получаться. Сюда 1, одну галочку, один столбик. Провязали. Дальше сюда 2. Дальше 1. И так чередуем, вяжем до конца. Вот так должно у нас получиться. Этот ряд провязываю между лепесточками 2 столбика. И еще один вот здесь остается последний. И соединяю точно так же, как предыдущий ряд. Вот сюда я вставила крючок, вытягиваю петлю. Да, солнышко то появляется, то исчезает. Но, надеюсь, все видно. Так, затянула. Сейчас мы провяжем ряд соединительными петлями. Вот смотрите, где у нас наш шнур. В предыдущую петлю вытягиваем. Вытягиваем петельку и сейчас будем вязать соединительными петлями. Так, так продолжаем. И так вяжем по кругу. Вот, и так вяжем один ряд. Заканчиваю этот ряд. Так, провязываем вот эту петлю. И еще провязываем вот эту. Вот так должно получиться. Сейчас уберу крючок. Вот. Так, продолжаем дальше. Теперь я вставляю вот сюда крючок, вот в эту петлю, и вытягиваю вот эту петельку за заднюю стеночку, вытянула ее. Опять сюда вставляю крючок. Вытягиваю еще одну петлю. Вот так у нас две петельки должно получиться. Теперь я их вот так соединяю, вместе провязываю и еще одну петлю воздушную. Вот у нас получился первый столбик следующего ряда. И сейчас мы будем вязать полустолбики с одним накидом. Вот сюда я провяжу еще один столбик, то есть это у нас уже полустолбик. Полустолбик с одним накидом, вот так вот, 3 провязываю вместе, и у нас получилось в одну петлю 2 столбика. Сейчас я буду чередовать 1-1 полустолбик, сюда 2 полустолбика, опять 1-1, 2 полустолбика.
сюда провязываем один полустолбик, дальше опять один полустолбик, в следующую провязываем 2. Раз, два. И так чередуем до конца этот ряд. Вот у меня здесь 2 полустолбика, 1, 1, 2. И так чередуем 1, 1, 2 и так до конца. Так, заканчиваю этот ряд. Вот я чередовала 2 вместе, 1, 1, 2 вместе, 1, 1. Продолжаю. Главное, внимательно смотрите, не пропускайте петли, потому что можно сбиться, поэтому проверяйте, пожалуйста. Так, сейчас сюда вяжу 2 и останется еще по одной. Сюда 2 полустолбика. Так. Сюда 1 и сюда 1. Один полустолбик и еще один. И здесь вот мы начинали с 2. Вот, все у нас ровно получилось. Так, сейчас мы соединяем ряд. Вот смотрите, куда я вставляю крючок. Вот сюда. Ввожу петельку. И соединяем ряд. Все, соединили. Все, этот ряд закрыли. Дальше я уже буду вязать галочками. Вот как здесь. Нам нужно провязать 4 ряда. Мы не будем делать никаких прибавок. И за счет этого у нас край будет вот так закругляться. Начинаем вязать первый ряд галочек. Вот начинаем с этой петли, вот наша рабочая нить, рабочий шнур. Опять за задние перемычки цепляем. Выводим шнур и делаем петлю подъема. И так вяжем по кругу, ничего не прибавляем. Вяжем первый ряд галочек. Вот так продолжаем дальше, а здесь я вам уже покажу, как перейти на следующий ряд. Вот заканчиваю первый ряд галочками. Все вяжу за заднюю стеночку. Так, вот одна петелька и еще одна останется. Вот здесь тоже у нас как двойная, где мы соединяли. Вот мы цепляем за одну и за заднюю перемычку. Вытянули, провязали. И сейчас соединяем ряд между галочками. Вот. Вставляю крючок, вывожу петлю и сейчас вставляю вот сюда крючок, в первую галочку. Вытягиваю наш шнур, так, и соединяю вот с этой. Вот, соединила, так и перешла на следующий ряд. Итак, мы вяжем еще 3 ряда. Ничего не прибавляем, галочки стараемся не затягивать. И когда вы этот ряд закончите, точно так же соедините, как я вам сейчас показала. И так мы вяжем всего 4 ряда.
галочки, когда вяжем, старайтесь, чтобы они у вас вот не так были, а вытягиваем на одном уровне вот с этой петлей. Тогда они у вас будут ровные. Сейчас еще покажу. Вот так. И старайтесь изделие держать прямо. Тогда они у вас не будут вот так косить. Если вы вот так держите, вяжете, то они могут немножко наискосок идти. Все, и так вяжем еще 3 рядочка. Как соединить, я вам переход показала. Так, я связала 4 ряда. 1, 2, 3, 4 галочками. Заканчиваю. И сейчас закрою этот ряд. Обрезаем шнур. Вытягиваю. И соединяю с первой петлей. Так. И сюда вытянули, все аккуратно закончили, ничего у нас здесь перехода никакого не видно. Сейчас нам только нужно спрятать шнур иголкой или крючком вдоль ряда и обрезать. Вот я взяла иголку. И аккуратно спрячу шнур вдоль последнего ряда. Ну, можно еще. Вот так аккуратненько спрятала. Обрезаю. И можно немножко подпалить. И вот он прям так приклеивается. Ну вот, наша половинка готова. Придать ей форму, чтобы она была ровная. Так, берем вторую половинку, и сейчас нам нужно их соединить. Здесь вытягиваем петлю так за заднюю стенку, берем вторую половинку. Вот здесь мы заканчивали. И вытягиваем нашу петельку. Так, вытянем наш шнур. Теперь цепляем за одну стеночку крючок, за другую, другой половинки, вытягиваем петлю и соединяем ее с предыдущей. И так по всей сумочке. За одну перемычку, за вторую, вытягиваем петлю и соединяем. Следующую. Получается вот такое соединение. Так. Еще. Вот получается такая косичка.
Сейчас можно взять ваш замочек и посмотреть. Можно даже его булавочками вот так приколоть. Можно даже уже на этом этапе его и пришить. Это кому как удобней. Так. Посмотреть, до какого момента вам нужно соединять две половинки. Ой. Вот, вот до сюда я буду соединять нашу сумочку. И потом я вшью замок. Кому удобнее, можете уже вшить замочек и продолжать соединять две половинки. Вот я довязываю до замочка. Вот провяжу, наверное, еще одну петлю. Так. Вот. И сейчас я обрежу шнур. Вытягиваю его. И его нужно будет спрятать вот за задние стеночки вот там сумочки. Сейчас я возьму иголочку. Так, вот я взяла иголочку. И с обратной стороны нужно хорошо затянуть. Сейчас я ее еще там затяну за перемычку. Так. И вот так вот спрячу вдоль ряда. Мне не очень удобно перед камерой. Вот так вдоль спрячу и потом уже обрежу. Теперь нам остается вшить замочек, или вы можете сделать какую-нибудь другую застежку, допустим, хлястик кожаный на кнопочке, если у вас будет кожаный ремешок. Но я буду вшивать замок. Кто умеет, можете подкладку еще сшить сразу замочком и потом уже вшивать сумочку. Я буду просто пришивать вот к этим стеночкам. Так. Итак, сначала его пришью с одной стороны, и потом с другой. Нитка не видна. Вот. И потом можно еще вот этот край пришить тоже к стеночке. И так пришиваю дальше. Ну вот, я вшила замочек. К сожалению, лучше замочка я не нашла. Сейчас карантин и как-то особо выбора нет. Если найдете посимпатичнее, прекрасно. Или какую-то можно на пуговичку, да, как петлю связать, или кожаные есть такие застежечки, кнопочки. Уже как вам, девочки, больше нравится. Так,
Сейчас останется только пристегнуть наш ремешок, наши кольца-карабинчики. Так, что-то не получается. Вот я пока здесь за петельку зацеплю, а потом более глубже в сумочку, чтобы вам быстрее показать. И с другой стороны. Все, сумочка готова. Смотрите, вот еще осталось у меня сколько остатки шнура от одного моточка и от другого. Так что вы можете, если нет цепочки или если нет возможности купить, то у вас еще остается с этих моточков вот шнур, и можно связать или длинную ручку, или какую-то интересную короткую. Так что вот на сумочку ушло меньше, чем 2 моточка шнура. Если в каждом было по 80, ну, думаю, где-то 140, может, ушло метров. Вот и все. Мастер-класс закончен. Желаю вам успехов и ровных петелек. Жду сумочки по моему мастер-классу. Всем спасибо за внимание. До свидания.